Здравствуйте, дорогие друзья! Беспорядки в Нью-Йорке продолжаются. Наблюдаются единичные случаи. Сегодня я вам покажу небольшие погромы в Америке при столкновении пары машин. Авария в Бруклине. Четверо получили ранения. Starbucks также пострадал. Все это вы увидите в этом небольшом видео. А также прошу вас поделиться своим мнением о происходящем, поставить лайк и прокомментировать внизу под этим видео, что вы об этом думаете. И, конечно же, не забудьте подписаться на мой канал. Спасибо вам за просмотр. Все перекрыто. В 5 часов утра происходят такие погромы. Starbucks полностью разнесли. На пересечении 65-й и 18-й авеню в Бруклине. Вот такая ситуация происходит здесь, в Нью-Йорке. Множество полицейских, погромы. Здесь рядом магазин Target. Перекрыто 4 улицы с 18-й авеню, 65-я. Вот такие трагические события происходят в Нью-Йорке. Как я раньше в своих видео говорил, что действительно были беспорядки в Нью-Йорке, но сейчас они еще продолжаются. Мы можем видеть это на происходящем вокруг. Уже камера подошла. Вот видите, уже новости местные снимают. Сейчас покажут скоро в новостях. И я тут мимо проезжал, думаю, заеду, посмотрю. Нечаянно совершенно увидел. Вот мы видим такие события здесь происходят. Там трак остановили, магазин Target. Ну и, соответственно, Starbucks кафе полностью разбито. Машины, в общем, ужас. Ну и тут, походу, авария, наверное, была еще параллельно. Вот это авария, конечно, жесть. Вот такая ситуация происходит в Нью-Йорке. Но это только в этом месте. Возможно, это какое-то такое мелкое событие, но тем не менее, чтобы вы видели, вот так в Нью-Йорке бывает. Вот такие акциденты. Эксцидент в Нью-Йорке. Погромы в Нью-Йорке не закончились. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. Пишите свои комментарии.
Напоминаю, сегодня у нас 13 июля 2020 года. Это просто кошмар. Всем пока, спасибо за просмотр.